Здравствуйте! Здоровое питание – залог здоровья. При соблюдении правил сбалансированного питания улучшается обмен веществ, нормализуется общая работа организма. Сегодня мы с вами приготовим пиццу из курицы. Для этого нам понадобится куриный фарш, помидоры, перец, сыр моцарелла и яйца. Приступим! Моцарелла – это источник здорового белка и кальция. Также этот сыр подходит не только для приготовления пиццы, а для других полезных блюд, например, как салаты и запеканки. Куриное мясо – это источник здорового белка и кальция. Существует миф, что грудка – это невкусно и однотипно. Сегодня мы вам докажем обратное. Таким вот образом мы прокрутили куриную грудку через мясорубку. Нагреваем в духовку до 180 градусов и отправляем нашу пиццу на 40 минут. Наша пицца готова. Мы сегодня показали, как можно из простых продуктов приготовить вкусную, а главное полезную пиццу. Приятного аппетита!